Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз» церковный календарь. Вот и наступило прощенное воскресенье, или неделя сыропустная, Адамово изгнание. 26 февраля по новому стилю или 13 по старому. Сегодня заговенье на Великий пост, хотя от мяса мы отказались уже неделю назад. Но главное, что мы должны сделать сегодня, это и спросить прощения у всех наших ближних, кого мы обидели вольно или невольно, ведением или неведением, сознательно или несознательно. И я, грешный диакон Михаил, и спрашиваю прощения у вас, дорогие телезрители, за все допущенные в программах ошибки и прочие недостатки программы «Церковный календарь». Простите меня. И сегодня мы совершаем память преподобного Мартиниана Кесарийского и преподобных Зои и Фатинии, подвижников V века, преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского VI века, преподобного Симеона Мироточивого в миру Стефана Неманя, царя сербского XII века, священномучеников XX века, Сильвестра Альшевского, архиепископа Омского, пресвитеров Василия Триумфова, Гавриила Преображенского, Зосимы Трубачева, Николая Добролюбова, Василия Горбачева, Иоанна Покровского, Леонтия Гримальского, Владимира Покровского, Парфения Грузинова, Иоанна Колобухова, Иоанна Косинского, Михаила Попова, диакона Евгения Никольского, преподобномучениц Анны Корнеевой, Веры Морозовой и Ирины Хвостовой, послушниц, и мученика Павла Соколова. Прославляется икона Божией Матери Талисская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы лишь кратко обозначим жизненные вехи выдающегося архипастыря XX века, священномученика Сильвестра Альшевского. Будущий архипастырь родился 1 июня 1860 года в селе Косовка Сквирского уезда Киевской губернии в семье диакона Льва Альшевского и в крещении был наречен Иустином. Когда пришло время, родители определили Иустина в Киевскую духовную семинарию, где юношу рекомендовали в чтецы к знаменитому богослову-догматисту, профессору академии архимандриту Сильвестру Маливанскому, впоследствии епископу Каневскому, викарию Киевской епархии и ректору духовной академии. Архимандрит Сильвестр имел слабое зрение, и в обязанности чтеца входило чтение ему вслух сочинений богословского характера. Иустин был в это время очами и пером ученого-богослова и монаха-подвижника. При ближайшей технической помощи Иустина Альшевского архимандритом Сильвестром были написаны первые два тома из пятитомного труда «Догматическое богословие». Совместная работа в течение длительного времени сроднила ученика и учителя. В 1883 году Иустин окончил Киевскую духовную семинарию, в 1887 году Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия. С 27 октября 1887 года он был назначен учителем церковно-приходской школы в селе Липовка Киевского уезда, а буквально через 2,5 месяца преподавателем закона Божия в двухклассном министерском училище в местечке Шпола того же уезда, где большое влияние имели штундисты, сторонники протестантского течения, близкого к баптизму. 7 марта 1889 года Иустин Львович – киевский епархиальный миссионер, учитель церковно-приходской школы Киевского Свято-Владимирского братства. С 1890 года – полтавский епархиальный миссионер и преподаватель истории, пасторского богословия, литургики и гомилетики в Полтавской духовной семинарии. Иустин Львович занимался миссионерской деятельностью в течение 2 десятилетий, активно противодействовал развитию баптизма на Украине, написал книгу «Обличение штунды в библейских текстах», которая стала пособием для миссионеров и священников. И вот 2 февраля 1892 года Иустин Львович рукоположен в сан священника целибатом, то есть холостым, и зачислен в клир Полтавского кафедрального собора.
С октября 1892 года по 1896 год он руководитель и законоучитель женской воскресной школы города Полтавы. С 1896 года епархиальный наблюдатель церковных школ Полтавской епархии. 10 декабря 1910 года в возрасте 50 лет отец Иустин пострижен в монашество с наречением ему имени в память преподобного Сильвестра Печерского и возведен в сан архимандрита. Хотя многие годы до пострижения он вел монашескую жизнь и жил в скромной келье при монастырской гостинице. 16 января 1911 года в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры состоялась хиротония архимандрита Сильвестра во епископа Прилукского, викария Полтавской епархии. Владыка много трудился на ниве духовного просвещения народа. С 13 ноября 1914 года он епископ Челябинский, викарий Оренбургской епархии. С 4 июня 1915 года епископ Омский и Павлодарский. Только арест помешал владыке участвовать в работе Поместного собора 1917-18 годов. После издания большевистскими властями декрета об отделении церкви от государства по призыву Поместного собора 4 февраля 1918 года епископ Сильвестр организовал в Омске крестный ход, в ходе которого обращался к народу с призывом хранить православную веру и защищать храмы. В ночь с 5 на 6 февраля он был арестован большевиками. Эти события вызвали возмущение прихожан, закрылись учреждения, магазины, учебные заведения, красногвардейцы на улицах разгоняли народ. Власти вначале ввели в городе осадное положение, но уже 8 февраля были вынуждены освободить архиерея. 5 мая 1918 года владыка был возведен в сан архиепископа. В ноябре 18 года архиепископ Сильвестр был избран главой Временного высшего церковного управления. В период, когда он занимал этот пост, в Сибири был отменен декрет об отделении церкви от государства. Церковь получила отобранные у нее земли и собственность. В школах было восстановлено преподавание закона Божия. В Сибири была восстановлена учебная деятельность в 5 духовных семинариях и в 5 духовных училищах. 29 января 1919 года архиепископ Сильвестр привел к присяге адмирала Александра Васильевича Колчака как верховного правителя России. Церковное управление, возглавляемое владыкой, рассылало воззвания, в которых разъяснялась антихристианская суть большевизма. В Омске издавались журналы «За Святую Русь» и «Сибирский благовестник». Осенью 1919 года войска армии Колчака начали отступать, и в конце 1919 года Белая армия оставила Омск, в который вскоре вошли большевики. Архиепископ остался в захваченном городе вместе со своим духовенством и паствой. Большевики сразу же арестовали мужественного святителя. Архиепископ Сильвестр был заключен в тюрьму, где в течение 2 месяцев его истязали, требуя отречения. Ничего не добившись, безбожники подвергли святителя жестокой и мучительной смерти. Прибив его руки гвоздями к полу и таким образом распяв, они раскаленными шомполами прожигали его тело, а затем раскаленным шомполом пронзили сердце. Архиепископ Сильвестр принял мученическую кончину 26 февраля 1920 года. Святый священномученичи Сильвестре, моли Бога о нас. Еще раз простите, дорогие телезрители, и до новых встреч!